Конечно же, происходит заужение дорог, и дорог, самое главное, первой, второй категории, что не есть правильно. Поэтому мы на сегодняшний день вместе с ГИБДД, с УВД, ОБДХ, это организация, которая является заказчиком по уборке дорог, подготовились к тому, что частично будем закрывать одну часть движения на улице Комсомольской, где произошло сужение, практически уже процентов на 40. Здесь, конечно, основная проблема в брошенной технике, ее не так много, но порядка 4-5 единиц там находится уже вросшие. Поэтому мы взяли как пример этот небольшой участок дороги, предупредили, сделали постановление, предупредили за 2 дня всех жителей или тех владельцев автомашин, чья техника находится уже давно и, так сказать, не выезжает, отнестись с пониманием, постараться ее убрать, дабы техника работала оперативно и смогла почистить дорогу, которая в том числе и им даст возможность оставлять ее там в ночное время суток. Но самое главное — расширить дорожное полотно. Такую задачу мы перед собой ставим на 30 число, на завтра, и всех жителей ближайших домов, чья техника там находится, прошу отнестись с пониманием, заблаговременно ее убрать, ну или мы как-то ее будем передвигать при помощи транспортных манипуляторов, без повреждений. В последующем по другим территориям, по другим улицам мы тоже будем подобное производить.